Сергій Філін – професійний мандрівник, директор магазину туристичного знаряддя. Може не лише дати доцільні поради щодо вибору інвентаря, а й порадити, коли, куди і з ким краще вирушати у похід. Доброго вам ранку! Доброе утро. Вам, мабуть, також доводиться дуже часто зранку прокидатися, адже в похід, мабуть, краще йти з самого ранку. Чи я помиляюсь? Ну так, краще виходити пораніше. Сьогодні будемо говорити з вами про пішохідні оці маршрути, тому що потепліло, весна, і іноді хочеться вийти з зони комфорту і кудись піти разом з друзями, можливо, або навіть самотужки, або взяти з собою дитину. Я знаю, що діти дуже часто просять, давай кудись підемо. У мене навіть мрія така була, коли ж ми вже з татом і мамою візьмемо палатку і підемо кудись переночувати. От я якось була мала і не розуміла, що там комарі можуть покусати і так далі. Будемо про це сьогодні говорити. Як ви, як професійний мандрівник, можливо, куди б ви порадили завітати, от саме, якщо недалеко в нас, недалеко поряд з містом, або ж, можливо, за межами міста, десь по області? Ну, наш Ніколаївський край, він дуже красивий, разнообразный. У нас есть и леса, и замечательная речка, чем не одна, и Ингул, и горы, и у нас все есть. Вот, да, есть, как ни странно, выходы скальных пород, чем очень часто удивляются, чему наши гости, когда наш красивый степной край приезжают и вдруг попадают в район Южноукраинска, либо в Актовские каньоны, и видят эти прекрасные уголки нашей природы, очень необычно смотрящиеся в степи. Вот. И, соответственно, у нас есть куда пойти, как на один день выйти на природу, так и на два, на три дня. Якщо вперше людина хоче відправитися в такий похід, то краще на один день чи одразу на декілька днів йти? Лучше сходить на один день, виїхати на природу на цілий день, з утра до вечора, почувствовати, як тобі удобно, неудобно, нравится, не нравится, потому что у каждого как бы, мероприятия есть свои плюсы, свои минусы. Поэтому лучше я бы советовал поехать на один день. Можно, конечно, выехать на два дня с ночевкой, но в этом случае лучше ехать уже с какой-то компанией, которые уже были несколько раз, имеют опыт, и в крайнем случае тебе подскажут, помогут, обратят на какие-то тонкости твое внимание. И, мабуть, больше готуватись потрібно, так, до таких подорожей? Ну, естественно, больше. Якщо на один день, то точно можна брати дітей з собою, а якщо на два дні, то, можливо, з якого віку краще? И на два дня тоже можно, особенно в нашем регионе это не проблема. Тем более, если мы не рассматриваем там осенне-зимние какие-то времена года, поздняя весна, лето, замечательно можно выезжать с детьми на природу, с ночевкой в палатке. Не обязательно даже куда-то идти, можно приехать в какое-то место, поставить лагерь и оттуда ходить, как мы говорим, радиально. То есть налегке посмотреть красоты как природы, так какие-то исторические памятники, и тем самым как бы проверить и себя, свою готовность ездить с детьми, потому что это, ну, дополнительные хлопоты, дополнительные какие-то переживания. Вот. Ну и посмотреть, как дети относятся к данной поездки. Хотя дети чаще всего очень легко переносят всякие такие новые для них приключения с радостью. Угу. Якщо хочеться відпочити від міського такого шуму, куди краще завітати? Ну, если на один день, я бы, например, посоветовал, можно съездить в Харчатовский лес, очень красивый, есть где погулять и побыть одному. То есть это сосновый лес на берегу Ингула, да, очень часто мы когда туда вывозим наших гостей, друзей, они удивляются, что у нас в Николаеве есть такой лес замечательный. Тем более туда ходит как бы маршрутный транспорт из Николаева, не обязательно ехать своей машиной, можно собраться и выехать даже самому, с семьей, с друзьями. Без проблем. Ми всі знаємо, що якщо їхати на декілька днів або навіть на один день, потрібно щось собою готувати, брати їжу, так? А чи є якісь топ-5, можливо, предметів, які обов'язково бажано собою брати в подорож? Ну, окрім, звичайно, телефону, потрібно все зафіксувати. Да, зараз, як би, без телефону нікуди. Павербанк, так? Да.
Ну, я бы в первую очередь все-таки посоветовал сначала посмотреть погоду, прогноз погоды, и после этого уже как бы плановать и свою поездку, и, соответственно, сбор вещей. Если это лето, ну или у нас это май месяц, у нас уже начинается лето, сентябрь, вот, то я бы как бы остановился, обязательно в любом случае надо брать какой-то дождевик, либо штормовку, либо ветровку. Навіть то есть, якщо немає даже прогноза. Если по прогнозу нет никакой непогоды, то лучше это иметь. Роса, мабуть, так буде якась. Да даже не роса, а вот, ну, например, я только вчера вернулся с похода от Миги до Южноукраинска, по прогнозу был дождь, 2 дня было солнце. То есть у нас прогноз, к сожалению, к счастью, ну, не всегда совпадает с тем, вам что... Вам просто повезло. Да, нам повезло. Вот. Удобная обувь обязательно, то есть всегда надо на это обращать внимание, потому что, ну, плохая обувь может испортить любое путешествие. И враження від цієї подорожі. Обязательно, да. Ну, для однодневных поездок, ну, как сейчас всегда говорят, возьмите на всякий случай фонарик, потому что, ну, мало ли что может случиться, может вы до темноты задержитесь, может машина сломается, еще какие-то вопросы, то есть это иметь надо с собой. А для таких легких выездов я бы больше как бы рюкзак брать не надо. Для более каких серьезных, даже там 2-3-дневных походов, для меня топ 2 вещи, на которые я всегда обращаю внимание, это обувь и это рюкзак. Это те две вещи, которые позволят получить удовольствие от любого приключения, от любого путешествия. І головне, мабуть, щоб рюкзак був і зручний, так, легкий, тому що речей там буде багато в тому рюкзаку. Ну, поэтому он должен быть удобный. Ну, естественно, то есть не забыть палатку, спальник, если ты выезжаешь с ночевкой, это тоже надо. Ну що, дякую, що ви до нас завітали, і нашим глядачам нагадаю, що нас ще й студії був Сергій Філін, професійний мандрівник, який часто організовує такі пішохідні подорожі, так? Дякую вам за корисні поради. Я впевнена, що нашим глядачам вони обов'язково знадобляться, і, можливо, вже зовсім скоро хтось здійснить свою мрію або мрії своїх дітей і також відправиться у таку коротку або довгу подорож. Спасибо.